Глава Твери Алексей Огоньков вручил почетный знак за заслуги перед городом мастеру спорта России международного класса, финалисту летних Олимпийских игр в Токио Александру Сергееву. Церемония награждения прошла в администрации города. Гребля на байдарках и каноэ едва ли не самый популярный вид спорта в нашем регионе. Многие заслуженные тренеры, звезды европейского и мирового уровня, признанные молодые спортсмены, воспитанники Тверской школы. Среди них Александр Сергеев, который на летних играх в Токио в составе российского экипажа байдарки-четверки показал четвертый результат, лишь на долю секунды уступив в борьбе за бронзовую медаль. Это очередная ступенька к чему-то большему, наверное. Вот так. Так в целом. Работаем сейчас. Вот дал себе установку эти 3 года доработать до следующей Олимпиады. Если все удачно сложится, надеюсь на более благоприятный результат. Светлана Тяпкина – тренер и мама Александра Сергеева. За 10 лет работы воспитала немало талантливых тверских гребцов. Сложно не то, что спортсменов растить, сложно детей своих растить в этом спорте. Это еще сложнее. Потому что, когда, вот, допустим, Саша был маленький, он говорил, я хочу тэквондо заниматься, я хочу тем-сем. Я говорю, ну а куда тебе деваться? У тебя вся родня гребцы. Я говорю, тебе уже вот сам Бог велел. Сейчас Александр Сергеев – многократный победитель и призер российских, европейских и мировых соревнований. Сегодня каждое международное соревнование проходит с участием наших тверских спортсменов. И в этом заслуга уже нового поколения наших гребцов, ярким представителем которого является Александр Андреевич Сергеев, которому сегодня я с огромным удовольствием за его вклад в развитие тверского спорта вручаю почетный знак за заслуги перед городом. Почетный знак главы города Твери за заслуги перед городом вручается людям, внесшим выдающийся вклад в развитие города в тех или иных сферах.